Ань, здорово. Всем привет, с вами Китай Выручай. Да какой Китай Выручай, уже Паярик. Китай Выручай, Китай Кул, Китай Чайнату, Китай Хренату. Папа, это можно объяснять бесконечно. Таких каналов дофига, давай снова. Всем привет, с вами Паярик. И мы немножко сменили обстановку. Тут видите, мы отсюда переместились. Отсюда сюда мы переместились, короче. Все, на фоне штор не снимаемся. Сегодня я буду вскрывать посылки. Хотя пусть будет и что там пришло? Это крокодил? Что это стоит? Это мой крокодильчик! Так, дай мне пакет. Вот эти китайцы ничего не положили? Хотя положили кое-что, но только в крокодиле. Так. Ну, папа, можно я уже... Сегодня 25 августа, заказали 14 августа, очень быстро пришло. Папа, я хочу... Цена крокодила с Алиэкспресс 85,96. Я уже хочу его вскрыть. Давайте коробку посмотрим. Давай. Так, крокодил больной зуб. Открывай. А как? Я не могу. Раз, покупка. Давай я открою. Сейчас. А ну что, собаки тут такие же больные зубы. Так это и должно быть. А, он меня чуть не укусил. Я нажал больной зуб. Какой крокодил. Всем показывали. 86 рублей. Быстро пришел. Папа, поставлю на этого продавца. Папа, я хочу его протестировать. А, ты сразу попал на зуб. Ладно, сейчас. А я не попал. Ты не попал? Да. Я вот так. Сейчас мы его будем тестировать. Только... Ну и так, поехали. Я буду первым. Я сразу попался. Как это? Так, все. Игрушка по смыслу русской рулетки. Ищем больной зуб. Поехали. Ну да, и что, не давится, что ли? Боюсь. Совсем не больно. Давай еще. Ну. Так. Давай я первый. Ты сюда же жал? А, он опять тут прихлопнул. У него что, зуб не меняется, что ли? Я не понял, у него зуб меняется или нет? Папа. Вот. 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 Давай еще. Еще разок напоследок. А, сразу попался. Я думал, что знаю тактику. Какая тут тактика? Опять попался. Давай. Я палец успел убрать. Вот такой замечательный крокодильчик. А, мне очень. Что-то к нему еще есть. Ну-ка, дай-ка я папа на поход. Давай. Правда меняется.
Ну, совсем не больно. Прикольная штука. Много раз ее обозревали. Но мы нашли за 80 рублей. В 16 года в конце. Он такой маленький. Да, два раза тоже называют. Все, последний. Ну и вот крокодильчик занял место на полке китайских игрушек. Это все, что мы выписали за этот период. А что ты его в пакет ставишь? Это будет его кровать. Ну как скажешь.